Страшная семейная драма, которая переросла в трагедию, разыгралась в Котовском районе Волгоградской области еще в августе прошлого года. Накануне следователи регионального управления передали дело в прокуратуру. Два дома и две семьи, одну из которых уничтожила женская ревность. 24-летняя жительница Котова приревновала супруга к многодетной соседке. И как-то вечером в состоянии алкогольного опьянения молодая женщина решила отомстить сопернице. Она подожгла дом, в котором мирно спала вся семья. Супруги, трое их маленьких детей и дедушка. В страшном пожаре погибли 3-летняя девочка с отцом и пожилой мужчина. Остальным членам семьи удалось спастись. Уголовное дело было возбуждено по статье убийства. О мотивах своего страшного поступка подозреваемая расскажет в суде.